Сегодня у нас классический маршрут на Халькисалон, иудейский город под Иерусалимом. 24 километра, очень приятный, красивый. Начало маршрута возле въезда в Машав, в Исиля Цион. Тут такая стояночка сбоку. Вверх это вам не вниз. Слушай, какая мысль глубокая. Предстоит забраться вот туда. Вот так вот здесь красиво. А ты не ел как? Я думаю, кто-то тут скребется на мотоцикле. Ты вовремя очень приехал. А где чай? Сейчас будет. Давай. Нет, диско брайков. Ты что, ты не прав. Ты хочешь сказать, что это тоже защита? Да. На брайку. Да. Вот это. У нас привал. Достаточно, что есть немножко это вот. Не, вот. Известная проблема. Там это двигатель он любой. Поэтому... Ну это не хоп, но и цена не хоп. Ну, стоит машина и так вперед, вук, назад, джук, вперед, вук, назад. Заключительная часть пути у нас, это спуск, он займет минут 30, разгонимся мы тоже хорошо на нем, и на этом все. Забрали, все убрали, прелесть. Седло опустить, вилку поднять. Так, сейчас. Вот такие тут красивые виды. Посмотрите, убедитесь сами. Ну вот и все. Порцию адреналинчика свою мы получили. Сейчас 12 часов. Спокойно едем домой. Настроение хорошее. И день еще впереди.